Сама постучу. Когда поранишь человек, уж не поправишь человек. Он ветхий, хрупкий, как стекло. Смотри, вон сколько натекло из горла слабого наружу. Не наступи случайно в лужу. Все это было там внутри. Подошвы и туфель оботри. Когда нечаянно поранишь, о сделанном жалеть не станешь. И сам молчишь, еще живой, вернувшись с передовой. А где, скажи, передавай? Все так, где не уставая, сдирает кожу, льется ложь и точит друг на друга нож. Когда поранишь человек, уж не поправишь человек. Он ветхий, хрупкий, как стекло. Смотри, вон сколько потекло. Вздохнуть уже не можешь. И ногу за ногу таща, сама себе хрипишь. Ща-ща. Сейчас-сейчас. Но дышишь часто. Какой ты волк, ты заяц хвоста. Ты заяц хоть без задних ног. Бежал-бежал, да занемог. А что без ног? Да ламба, баста. Был полубок, был заяц хвоста. Хотя почти что без хвоста, едва заметна хромота. Теперь хромай. Да без кокетства. И понимай в вопросах детства. Уснули дети как один. Благоухай, блокардин. Ставьте лыж или санок. А ведь я желала лишь с позаранок, приподняв едва лицо на подушке, написать бы письмецо для подружки. Приезжай скорее, душа, к нам в столицу. Да, не то, чтоб хороша. Да, не в Ниццу. Да, не то, чтоб всюду честь со здоровьем. Но тут тоже люди есть с синекровьем. Они светят, как окно, как лампада. Все без них кругом темно, и не надо, кроме этой синевы и сосуда, ни Москвы, ни вы, ни прочего чуда. Приезжай скорее, брат, к нам в столицу, в кои веки, да вам хат, да на птицу. Там заваленка, лихва, там неглинка, там живет моя Москва, Метерлинка. Называемое прошлое, какое ж ты было хорошее. Невыгодное, ненасытное, невыносимо беззащитное. А ты сегодняшнее, разве уж ты так сумеешь, так обрадуешь? Где те мурашки, то язычество, то качество-количество? Но завтрашнее с тайной верою, не черный сумрак с дымкой серую, не мгла постылая бездарная, а музыка моя гитарная. Вы знаете, что на днях исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина? 100 лет моему собственному товарищу. Ну, 100. Ну, нет его. Все равно как-то совмещаюсь с трудом. 100. Когда Александр Моисеевич Володин слегка под шафе, и как птица свободен, являлся февральскую ночью тебе. Не так уж все было ужасно в судьбе, как
когда на ладошкой своей трудовой едва проводил где-то над головой и что-то чертил тебе прямо на лбу, не стоило больше пенять на судьбу. Он звал за собой опрокинуть рюмаш, девчонку фабричную жизнь нараспашь. Да я и сама оборву телефон, пока еще длится, как фон, марафон. Жил был Александр Моисеевич как птица, за нас, идиотов, умел заступиться. И если февраль настает на земле, пусть полная рюмка встает на столе. Пусть полная рюмка встает на столе.